праздник, праздник наступил, нас владыка посетил. Хлеб и соль от нас примите и приход благословите. Спасибо, Господи, спасибо большое. Спасибо, детки дорогие. Для Николая и других детей, служащих при алтаре, этот день особенный. Архиерейские службы проходят нечасто и выглядят очень торжественно. Юноша служит уже несколько лет. Пока что он помогает в алтаре, а в будущем хочет стать священником. Верующий человек, я верю в Бога, я ему служу. Особенным это воскресенье стало и для нескольких священнослужителей Видновского благочиния. В преддверии Пасхи они получили церковные награды от правящего архиерея. Четверо священнослужителей были удостоены права ношения палицы, в их числе и иерей Дмитрий Федоров, который служит в Успенском храме. Клирик Богородицы Рождественского храма села Тарычева протоиерей Валерий Бодров получил высокую патриаршую награду – право служения божественной литургии с отверстиями царскими вратами до херувимской песни. Свидетелями награждения и торжественного богослужения стали десятки прихожан. Во время поста одолевают разные мысли, да, там очень сомнения. И вдруг в такой день, это как поддержка, приезжает в наш храм правящий архиепископ, что это как помощь Божья. И настолько торжественная служба, она радует всегда и глаз, и слух, и, главное, душу. За божественной литургией была прочитана молитва о восстановлении мира. По окончании богослужения владыка Аксий вручил архиерейские грамоты благотворителям и прихожанам храма. Олеся Попова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.